Привет, друзья! У нас сегодня очередная посылка с интернет-площадки AliExpress. Здесь будет у нас находиться мужской кошелек, такой бумажник, да, на полную купюрник, даже можно так сказать, купюру. Дошел он за 30, даже практически 35 дней, шел очень долго, я уже начал переживать. Дошел, стоимость его составила порядка $10, мы его брали. Но сейчас я заметил, он немножко дороже, хотя тоже, как попадете, может быть дороже, может быть дешевле стоит. Так, должны заказывали коричневого цвета. Сейчас проверим, какой он будет. Главное, чтобы хороший был. Оп. Так. Ну что. Вот так вот он запакован. Сейчас мы его распакуем аккуратненько. И проверим, что у нас тут все-таки за кошелечек. Ну, по крайней мере, у меня вот так вот сделан под кожу. Коричневая кожа. Да, темно-коричневая кожа. Такая именно сжатая, мятая кожа. Не гладкая, не выровненная, видите, да, такая структура у нас кожи. Ну, сделан так добротно, мне нравится. Главное, чтобы это была именно кожа, да, какая-то там убитого слона. Что-то китаец нам положил. Давайте откроем, посмотрим, что здесь. Так, здесь у нас поставил нам 5 звезд. Спасибо. Так, и давай посмотрим, что-то тут, наверное, и сибирская язва. А, и положил юань. Спасибо большое. Кстати, очень прикольная такая упаковка. У меня еще вот кошельки ложат, да, иногда юань, а тут просто так вот кидают. Ну что, видите, да? Блин, кошелек мне вот реально нравится, кошелечек. Такой добротный кошелек. Видите, да, отделение под купюры. Такие есть, вот такие две купюры, под монеты. Вот так вот карточки здесь вот помещаются у нас. Чувствуете, вот так вот, да, оп. Тут уже что-то не лезет. Давайте посмотрим, почему. А, просто немножко заклеилась. И мы сейчас, наверное, да, всунули. Все нормально. Полностью карточка прячется. Конечно, классно. С одной стороны, а с другой стороны, не очень. И также в этой стороне. Оп, сейчас мы тоже все расклеим. О, залезло. И здесь вот полностью все у нас залазит. Сюда вот карточки все влазят. Да, но тоже, когда набьете, у вас получится вот такой вот оттопыриться будет так вот кошелек. Ну и давайте сами купюры проверим. Вот, смотрите, да, соточка влезла у нас. Наши гривны, хорошо. И вот сюда вот мелкие деньги влезли. Ну, прикольный такой кошелек, мне он нравится. Добротный такой. Ну, пахнет как, я не знаю, вот реально кожей пахнет, но кожа это или нет, я вам честно сказать не смогу. Жалко, вот здесь тоже нету. Было бы интересно, если бы здесь был даже тоже какой-то потайной такой карманчик. Так вот мы это все дело с вами закрываем. И вот так вот он у нас находится. Ну, такая добротный материал, из которого он изготовлен. Честно говоря, скорее сомневаюсь, что это какая-то кожа. Ну вот, как вы видите, вот так вот оно все у нас дело есть. Сюда что у нас помещается, как оно будет выглядеть. Так мы это дело все поставили. Довольно-таки тоже прячется все у нас. Хорошо. Ну, то, что единственный минус, вот так вот там плохо раскрывается. Приходится вот так вот доставать и потом вот вытягивать нашу. И вот тут, видите, да, полностью сама купюра сотка не влезла, а червончик у нас влезет вот хорошо, да, практически полностью спрятался. Так, прошит, видите, да, прошит очень хорошо строчкой. Ну, реально, сделан добротно так, красиво. Телефон, конечно, уже сюда, наверное, не поставишь так. Хотя нет, смотрите, влез телефон. Хорошо себя чувствует. Сейчас мы это дело все закроем. Телефон мой 4,7 дюйма. Думаю, телефон... Да, кстати, прикольно, кстати, смотрится, когда здесь телефон. Главное, чтобы не было много набито карточек, тогда будет он очень некрасиво смотреться. Видите, да, вот сюда телефон. Деньги сюда можем поставить. Не, прикольный кошелек, реально. Кошелек отличный, я бы даже сказал. Мне он очень нравится. Не знаю, как вам. Можете перейти по ссылке, посмотреть данный кошелек. Ну, вот такой вот так вот набитый кошелек. Сейчас давайте попробую его набить вам карточками и посмотрите, как он будет выглядеть уже с набитыми карточками. Смотрим дальше, ребята. Ну что, набили мы данный кошелек карточками. Видите, да?
Ну, не всеми карточками, вернее, не все отделения карточками забили. И вот как он у нас сейчас выглядит. Давайте еще поставим это. Телефончик. Кстати, доллары как у нас помещаются. А доллары у нас помещаются очень довольно-таки хорошо. Вот когда, видите, когда открываете, если тут у вас много карточек, вот эта часть, она отлетает, она сразу. Главное, чтобы не порвались вот эти вот соединения. И вот так вот сейчас мы это дело все закроем с вами. Оп. Поставили. Закрываем. Ну и вот так вот у нас в таком положении. Видите, вот то, что я говорил. Вот так вот немножко карточки оттопыриваются. Ну, это, грубо говоря, такой бумажник. Даже если будет оттопыриваться, ничего страшного. Достали, показали, расплатились, поставили обратно. Может быть, со временем оно и прижмется. Вот так вот. Ну, вот так вот у нас получается. Так что, ребята, вот такой вот у нас сегодня был. Такой вот кошелечек, купюрник, бумажник, да, кто как его называет. Клатч можно его даже назвать. А ссылка, как обычно, будет, ребят, в описании под видео. А вы поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Вадим. Удачи всем. Пока-пока.